Сразу несколько торнадо пронеслись над американскими штатами Миссури, Оклахома, Техас, Канзас, Небраска. Скорость ветра достигала 120 км в час. Местами шквал сопровождался ливнями и крупным градом. Повреждены крыши сотен домов. Хозяйственные постройки превратились в руины. Тысячи семей остались без электричества. Многие реки вышли из берегов, дороги размыты. Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших.